Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим о такой интересной теме, как рубиновое покрытие на биноклях КОМС от Казанского оптико-механического завода. Поехали! Друзья, прежде чем мы начнем, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. На нашем канале вы найдете уже на текущий момент достаточно большое количество разнообразных видеороликов, как на тему выбора оптической техники, это обзоры отдельных биноклей, монокуляров, телескопов, микроскопов, так и общеинформационные познавательные видео на тему астрономии и биологии. Также не забывайте, что в описании под видео у вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Кроме того, опять же, в описании под видео вы найдете ссылку на наш Instagram-аккаунт. Огромное количество интереснейших постов. Переходите, подписывайтесь, я думаю, вы не пожалеете. Итак, друзья, рубиновое покрытие на биноклях. КОМС. Бинокли Казанского оптико-механического завода пользуются достаточно большой популярностью среди отечественных любителей оптики. На нашем канале есть уже достаточно большое количество обзоров на различные модели приборов от данного производителя. Со всеми ними вы сможете ознакомиться по ссылкам в описании. И если вы следите за отечественным оптикостроением, вы, наверное, знаете, что в ассортименте Казанского оптико-механического завода представлены бинокли как с обычным просветляющим покрытием на линзах, так и с так называемым рубиновым. Как раз таки такой прибор будет участвовать в нашем сегодняшнем обзоре. Это КОМС BPC-6/8/30 Рубин. И сравнивать мы его будем с аналогичным по характеристикам биноклем BPC-5/8/30 Камуфляж Пиксель, но уже без рубинового покрытия, чтобы наглядно понять, в чем же между ними разница. Технически бинокли, которые участвуют в сегодняшнем сравнении, являются абсолютными аналогами. Одна и та же оптическая схема, одни и те же окуляры, одни и те же параметры, правда, немножко разная у них комплектация. Бинокль-камуфляж комплектуется плотным тканевым чехлом, а бинокль BPC-6/8/30 Рубин чехлом из кожзама на молнии. Практически единственное их отличие – это покрытие на объективах. Итак, друзья, для начала давайте кратко пройдемся по основным аспектам рубинового покрытия. Это покрытие называется рубиновым, конечно же, не из-за того, что в его составе используются рубины, а за счет характерного ярко-красного внешнего вида. Во-вторых, друзья, рубиновые покрытия несколько нарушают цветопередачу, уводя изображение в синий-зеленый цветовой диапазон. Посмотрите наш тест, как выглядит одна и та же область в одно и то же время через бинокль с рубиновым покрытием BPC-6/8/30 Рубин и через обычный бинокль BPC-5/8/30 Камуфляж. Явно можете видеть, что в первом случае изображение имеет несколько искаженные цвета. В-третьих, друзья, рубиновое покрытие не является просветляющим, оно имеет отражающий характер. Убедиться в этом вы сможете, если поднесете к линзам такого прибора, например, листок бумаги. Вы явно сможете увидеть, что объективы отражают в красном световом диапазоне. На листке бумаги появится характерный блик. Таким образом, друзья, еще раз, рубиновое покрытие не просветляет изображение, а наоборот отражает некоторое количество поступающего на бинокль света. Запомните этот момент, это важно для последующих выводов, которые мы сделаем в ходе нашего ролика. Что же касается назначения рубинового покрытия, для каких целей оно служит, вот насчет этой темы, друзья, в интернете очень много различной информации, зачастую версии противоречат друг другу. Давайте поговорим о каждой из них. И начнем мы, пожалуй, с той, которую мы транслировали ранее в наших обзорах оптической техники от Казанского оптико-механического завода. Итак, первая версия состоит в том, что рубиновое покрытие отражает красный световой диапазон, тем самым уводя картинку в зелено-синие тона, которые лучше воспринимаются человеческим глазом в условиях сумерек. Таким образом, изображение, получаемое приборами с данным типом покрытия, будет лучше восприниматься нами в условиях сумерек или работы в ночное время. Такую версию, друзья, ранее мы озвучивали неспроста, ведь это мнение одного из очень уважаемых в кругу астролюбителей специалистов, а именно основателя сайта astrotalks.ru Эрнеста Шекаляна. Эрнест является авторитетом в сфере оптики астролюбителей.
астрономом, и его мнение всегда имеет большой вес. Версия номер два особенно популярная у западных любителей оптики. Она состоит в том, что изначально рубиновое покрытие разработала компания Steiner для своих биноклей из серии Hunter, то есть предназначенных специально для охотников. И суть рубинового покрытия состоит в том, чтобы лучше выделить шкурки животных, которые обычно имеют красноватый или коричневый цвет, на фоне листвы в лесу, чаще или где бы то ни было, где обычно проводится охота. Версия номер три. Рубиновое покрытие работает аналогично желтым светофильтрам для окуляров. Такие светофильтры, кстати, шли достаточно часто в базовой комплектации к советским биноклям. Его суть заключается в том, что рубиновое покрытие несколько затемняет картинку, как раз таки отсекая некоторое количество поступаемого на бинокль света, тем самым позволяя минимизировать чрезмерную освещенность, когда ведется работа с биноклем, например, на открытой воде, где много бликов, или, например, в снежной местности, где, опять же, снег отражает достаточно большое количество света от солнца, и наблюдения в бинокль из-за этого затруднены. Версия номер 4. Рубиновое покрытие используется нерадивыми производителями оптики для того, чтобы скрыть несовершенство оптической схемы, а именно хроматические аберрации на дешевых моделях биноклей. Такая проблема действительно есть, зачастую она относится к совсем уж дешевым китайским биноклям, но там рубиновое покрытие — это совершенно не то покрытие, о котором мы сегодня говорим, это скорее подделка под него, зачастую выполненная из лака или краски путем простого нанесения кисточкой или каким-то другим инструментарием на внешние линзы объективов. С маркетинговой точки зрения такое покрытие, конечно же, транслируется как преимущество подобных биноклей перед обычными, и за счет этого производитель повышает стоимость своего изделия для покупателя. Версия номер 5. Она относится именно к биноклям марки Coombs, но вытекает из предыдущей четвертой версии и имеет некий конспирологический характер. Тем не менее, эта версия достаточно распространена в российском сегменте интернета. И состоит она в том, что Coombs заключил некий контракт на поставки своих приборов в Китай, в рамках которого они обязуются наряду с обычными биноклями выпускать для китайского рынка еще и приборы с рубиновым покрытием. Так как производство уже налажено, то реализовывать их можно не только в Китае, но и на российском и других рынках, поэтому мы с вами и видим на прилавках бинокли с рубиновым покрытием от Казанского оптико-механического завода. Итак, друзья, мы имеем 5 различных версий и постараемся подойти критически к каждой из них. И начнем мы, пожалуй, с версии номер 4. Данная проблема действительно существует, то есть многие производители недобросовестные используют в качестве рубинового покрытия совершенно обычную покраску внешних линз объективов, однако это относится в большей степени к самым низкобюджетным изделиям от азиатских производителей. Это приборы от брендов без имени, зачастую стоят они менее 1000 рублей, ну и в принципе по их характеристикам и другим признакам вы сразу сможете определить, что такие приборы лучше не приобретать. О том, кстати, как не нарваться на подобные подделки или низкокачественные приборы в целом, на нашем канале также есть отдельный видеоролик, переходите по ссылке в описании или в углу экрана, смотрите, я думаю, вам будет интересно. Итак, данная версия к биноклям Coombs, как мы с вами поняли, не относится. Что касается версии номер 5 о неком китайском происхождении рубинового покрытия на наших отечественных приборах. Она скорее имеет, как я и сказал ранее, конспирологический характер, так как рубиновое покрытие — это не только прерогатива низкопробных китайских приборов. Данное покрытие действительно существует и представлено у ряда общемировых брендов на их моделях биноклей, монокуляров и зрительных труб. В биноклях Coombs же рубин — это также не простая покраска, а действительно некоторое напыление либо пленка, которая имеет свои определенные цели и не призвана скрыть хроматические аберрации. Ведь каждый из приборов с рубиновым покрытием имеет свой аналог без него. На основании этого мы можем судить, что у моделей данного производителя каких-то критичных проблем с оптической схемой нет, и скрывать их таким способом, который явно нанесет вред репутации предприятия, они бы, конечно же, не стали. Версия номер один о том, что синий-зеленый цветовой диапазон, в который уходит изображение, получаемое биноклями с рубиновым покрытием, лучше воспринимается человеческим глазом в сумерках, также достаточно спорная. При тестировании в темноте особой разницы между биноклем с рубиновым покрытием и обычным прибором практически нет никакой. Вы можете сами видеть результаты нашего тестирования и сказать о том, что какая-то из моделей лучше справляется с отображением картинки в условиях сумерек, к сожалению, нельзя.
По крайней мере, эта теория не работает на биноклях конкретно от казанского оптико-механического завода. Версия номер два о том, что бинокли с рубиновым покрытием лучше выделяют красные объекты на фоне всех остальных цветов. Посмотрите, как выглядит объект ярко-красного цвета на тускло-зеленом фоне без бинокля и с ним. Опять же, сказать о том, что с рубиновым покрытием каким-то образом конкретные цвета выглядят лучше, мы, к сожалению, не можем. Опять-таки, возможно, именно на покрытии, которое используется в биноклях Штайнер, данная теория и работает, но с Комзом, к сожалению, это не так. Остается версия номер 3, которая говорит нам о том, что рубиновое покрытие по своей сути похоже на желтые окулярные фильтры для биноклей. То есть оно отсекает некоторое количество света, делая картинку чуть-чуть темнее, но благодаря этому в условиях, когда от окружения достаточно много отраженного света и бликов, как мы говорили, это открытая вода, заснеженная местность или пустыня, например, в яркий солнечный день, то в таком случае действительно покрытие может работать. Как мы говорили ранее, так называемый рубин является не просветляющим, а отражающим покрытием. То есть в бинокль некоторое количество света, получаемое объективами, не доходит. Тем самым картинка априори будет затемняться. Таким образом, друзья, данная версия на текущий момент наиболее логична и действительно подходит под то, что мы на практике видим в бинокле с рубиновым покрытием. Что же говорит сам Комс о рубиновом покрытии? Эта тема также достаточно интересная. Например, нигде на их официальном сайте никакого указания о целях рубина, к сожалению, нет. Однако на их различных ресурсах в соцсетях периодически всплывают некоторые сообщения о данном типе покрытия. Так вот, по информации от Комс, они наносят рубиновое покрытие для двух целей. Во-первых, это редукция бликов, то есть это как раз-таки относится к версии номер 3, которая кажется наиболее вероятной. И во-вторых, друзья, отсечение вредного для глаз инфракрасного цветового спектра. Нужно отметить, что вот этот пункт уже несколько надуманный. Дело в том, что инфракрасный цветовой диапазон для человеческого глаза невидим, однако он ощущается нашим телом как тепло. Инфракрасное излучение имеет также название тепловое излучение. И конкретно для человека вредно только коротковолновое инфракрасное излучение. Такое излучение, как правило, исходит от предметов, разогретых до температуры выше 800 градусов Цельсия. Длинноволновое инфракрасное излучение же окружает нас повсюду, и оно совершенно не вредно для человека. Таким образом, если вы не собираетесь смотреть на сверхразогретые объекты через бинокль и находиться на слишком близком расстоянии от них, то этот пункт, друзья, совершенно для вас, как я думаю, и для большинства людей, бесполезен. Итак, друзья, делаем выводы. Несмотря на большое количество зачастую противоречащей друг другу информации о целях нанесения рубинового покрытия на биноклях Комс, скорее всего, оно предназначено для наблюдений на местности с ярким отраженным светом. Еще раз, открытая вода, снежная местность и пустыня в яркий солнечный день. Друзья, я надеюсь, данный ролик вам был интересен и полезен. Если у вас есть какие-то свои доводы по тематике рубинового покрытия, оставляйте все это в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на наш канал и нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине upserver-msk.ru. Приобретайте оптику с Upserver по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!